Участники шоу «Мурзилки Лайф» в эфире «Авторадио» исполнили песню, в которой обсмеяли помощниц омских депутатов, прогуливающих работу. Я летаю в разные края, прочь лечу от холода и стужи, но на Кипре, в Сочи, в Дубаях неизменно помогаю мужу. Почему, дружок, потому не вахтерши, да и не уборщицы. Просто я работаю. Просто ты работаешь. Просто я работаю помощницей. 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 Мы рассказывали о том, что прокуратура требует вернуть деньги в бюджет, которые помощники народных избранников получали в качестве зарплаты во время отдыха за границей. За 3 года супруги парламентариев, формально являющиеся их помощницами, нагуляли в общей сложности 50 рабочих дней, оплаченных из бюджета. Чаще всего работать вне офиса амички отправлялись на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, Таиланд и Сочи.